Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Дэнни. Сегодня мы будем для вас тестировать Fix Price вот такие вот утюжки. Мы попробуем с вами выровнять волосы. Как видите, у меня вот здесь есть как раз заломы. Мы сейчас собираемся как раз таки по делам. Я не просто включила камеру, а мне действительно нужно исправить эти заломы. Они мне не нравятся. Тут что-то я поспала и случилось. Здесь все ровненько, а тут... Вот так вот кривенько. Значит, мы попробуем выровнять, а потом мы попробуем накрутить утюжком некоторые прядики. Значит, смотрите, в Фикс Прайсе появилась вот такая интересная штучка. В конце я сделаю конкурс. В конце я сделаю конкурс на трех победителей. Значит, смотрите, 99 рублей. Что у нас здесь? Работает она от сети, никаких батареек не нужно, слава богу, да? Это очень удобно. Вот такая маленькая штучка, она буквально меньше ладошки, реально меньше ладошки. То есть, я как понимаю, это такая штука, которую удобно было бы взять с собой, понимаете, да? Вот у меня, например, такие утюжки и все такое очень большое. Что здесь за покрытие? Ну, какое-то покрытие... Покрытие не супер-пупер, конечно, я вам скажу, но оно и понятно, 99 рублей. Здесь видно, что как-то вот краска. Все сделано довольно... Очень просто. Но я и не ожидаю большего от Fix Price. Работает от сети. Шнур на самом деле не очень длинный. Вот. Не очень длинный. То есть вот... Вот раз. И вот два. Короче, это сколько? Метр где-то. Чуть больше метра, да? Все, я включила уже один. Дэнь, ты тут не порти ничего. Сейчас мы его достанем. Греется достаточно быстро уже. Нагрелась там. Когда включаешь в розетку... Что-то звук здесь был, нет? Скорее всего, нет. Что у нас, нагрелось уже? Да, нагрелось. Он горяченький. Кстати, греется достаточно быстро. И... Тише, Дэнь. И здесь есть вот такой индикатор, который показывает, что включена она. Это хорошо. Так, итак, берем кончики наши. Вот наши заломы. Одна из подписчиц, на самом деле, мне написала, попросила протестировать. Она говорит, что у нее не получается. Мы сейчас и проверим. Может, я беру большую прядь, но что делать? Так. Так. Вообще, нужно делать так. Где расческа мамина? Вот. Расчесочкой. И вот так вот мы проводим. Вот так проводим. О! Да отлично! Смотрите, работает! Все! Прядка ровная! Кто говорил, что не работает? Смотрите, как классно! Ну-ка, давайте все прядки исправим и красивыми пойдем. Так. Вот какая красота. Кончики. Кончики. Вот. Дэнь, ну не ругай маму. Что ты ругаешь маму? Так. Поменьше прядки, наверное, надо брать. Вот. Да, я думаю, что быстро можно выровнять какие-то прядки. Естественно, это дорожный вариант. Это не так, чтобы прям, знаете, лучше дома иметь хороший, с покрытием хорошим. Вот так. Короче, у меня тут много прядок, походу. Ну, в общем, вы поняли, да? С первой прядки мы все поняли, оно все работает. Теперь я хочу накрутить. Попробовать, будет ли крутить наша плоечка, да? Так. Давайте возьмем вот эту прядку, например. Берем маленькие прядки, потому что здесь захват очень маленький. И чтобы мы реально увидели что-то, да, нам не нужно большие пряди брать. Так, я забыла, как там делается-то. Как-то вот так вот, да? Сейчас. Вот так вот, вот так вот, и мы протягиваем. Что-то вот такое. О, кусочек появился. Сейчас еще раз. Так, вот так вот.
Сейчас раз и отвалился кусок. О! Ну чё, ничего, гля. О! А ну-ка, рядышком сейчас сделаем тоненькую прядочку. Надо прям очень тоненькие брать. Вот у кого волосы не очень густые, это вообще будет классно. Можно очень быстро накрутить. Вот, видите, такие кудряньки. Вот так вот. В общем, кончики можно сделать вот такими аккуратненькими, видите? Все работает. С другой стороны надо сделать это. Буду как. Так, я все время забываю. Все время забываю, в какую сторону. Вот так. Не привыкшая я утюжками крутить, но утюжок, он чем хорош, что его можно реально использовать как утюжок, то есть для выравнивания, да, так и для закручивания. Это два в одном. Надо приноровиться, и тогда все получится. Прядки, сразу скажу, получаются очень-очень-очень тоненькие. Ой. Блин, я неправильно что делаю. Мне неудобно. Левой рукой. Что мне неудобно другой рукой. Надо подольше держать еще, то оно не успевает у меня накручиваться. Вот. Так. О! О! Так, Дэн, ты что там уже облизываешь? Блин, хватит! Короче, вам придут утюжки, облизанные Денькой. Это не просто так. Это практически автограф. Но не все один там. В общем, вы поняли, да? Вот такие вот прядики. Давай, выключу. Еще обожжешься у меня. Я тебя знаю. Скажи, маминого внимания не хватает. Вот я сел сюда, да? Залез к маме. Дэнь, что ты разбросал мне тут все? Сам утюжок 15 сантиметров. Вот. 110 сантиметров. Вот это вот длина. Все, ты пошел? Давай. Мама тут доделает все. В общем, все это дело работает, да? Мы проверили с вами. Так, аккуратно. И теперь приступим к самому интересному. Я хочу провести конкурс на эти утюжки. Все, Дэнь, давай, хватит облизывать все это дело. У меня три утюжка. Я проведу на них конкурс. И что от вас требуется, это только сделать репост этому видео и поставить лайк и быть моим подписчиком, в принципе, потому что это для подписчика в конкурс. Вот, будет три победителя, выберу я их в комментариях, потому что из комментариев, да? В комментарии просто пишите «участвую» и ссылку на ваш репост в одной из соцсетей, ВКонтакте, Одноклассники или Facebook. Будет у нас... Три утюжка. Не кричи, Дэнь, не надо ругаться. Так. Так. Сделаю сувенирки не у всех, потому что есть у нас фикс прайс, да, и всем и интересно иногда. Вот я на самом деле смотрела раньше на Алиэкспресс даже на такие утюжки. Все мне хотелось взять. Они стоят дешево, я думаю, почему нет. В общем, три утюжка отправятся нашим победителям, которые будут выбраны случайным образом у меня в комментариях. Итак, вы должны быть моими подписчиками, поставить лайк этому видео, сделать репост в одну из своих соцсетей и в комментариях написать «участвую» и оставить ссылку на ваш репост. Будет длиться... сколько у нас будет длиться? 3 дня. Давайте сделаю. 3 дня будет длиться наш конкурс. И ровно через 3 дня
я объявлю победителей у себя в Инстаграм. А через время после этого конкурса сразу же отправляйтесь в Инстаграм, и я сделаю конкурс на 3 плойки. У меня тоже есть 3 плойки. Я уже заранее, на самом деле, их уже не продают в фикс-прайсе. Я заранее закупила и знала, что буду делать для вас конкурс. Тоже плойки я тестировала. Я оставлю вам ссылочку тоже в конце видео. И сразу же после этого конкурса на Ютубе будет конкурс в Инстаграме на вот эти плойки. Вот. И те, кто не выиграли здесь, после объявления победителей, вы сразу можете принять участие в конкурсе вот этих вот плоечек. И, может быть, с ними вам повезет. И в Инстаграме у меня пока что меньше подписчиков, и там шансы еще больше. Итак, сейчас мы разыгрываем утюжки. Я еще раз подробности напишу под этим видео. Прочитайте все, когда будут победители, где, проходите по ссылкам. Все, в общем, ясно и подробно будет. Я желаю всем удачи. Утюжочки прикольненькие, беленькие, зелененькие, такие миленькие. Можно кому-нибудь сделать маленький презент. Игрушечка, можно даже куклам выравнивать волосы. В общем, но я думаю, вы найдете применение. Главное, это будет частичка меня. Все, я вас очень всех люблю. Целую. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. И я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Дэнь, ты идешь прощаться? Идешь прощаться? Нет?